Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по видеохостингу CostTV. Это монетка, которую мы здесь можем зарабатывать абсолютно без вложения. На просмотре видео, ставя лайки, комментарии. Но я же в этом видео хочу показать, как загружать видео. И все довольно-таки просто. Можно зайти в творческий центр или сюда вот добавить видео. Нажимаем. И нажимаем вот сюда. Выберите видео для загрузки. Выбираем. Нажимаю видео. Так, сейчас я выберу видео. Вот это я. Загружаю. Сюда, вот здесь сейчас будет загружаться шкала. Вот видите, начала загружаться. Она быстро загружается. Сюда описание вставляю. Сюда вставляю название. Так, сюда ставим хэштеги. Можно выбрать там, можно свои ставить. Я сначала там брала, сейчас я тут свои можно как бы ставить. Так. Поставим хэштеги. Можно брать здесь вот эти хэштеги, как бы. Можно загрузить свою картинку, а можно как бы как есть. Вот 100% у меня уже загружено. Я сейчас картинку свою, конечно же, поставлю. Да, только как ее найти. Вот она. Вот моя картинка. Ее можно раздвинуть. Вот так вот. Ну, вот так вот она. Подтвердить. Картинка встала. Здесь, ну, как я сказала, можно свою картинку здесь появляется, как то, что загружено. Нажимаю, тут уже как бы языки русский, доступно всем. Нажимаю загрузить. Загрузка завершена. И на рассмотрение. Рассматривается, она быстро добавляется. Видите, у меня все одобрено. Все мои видео. Также можно здесь добавить видео. Вот таким вот образом мы загружаем видео. Далее что, друзья? Вот здесь смотрите. На стрелочку нажимаю. Здесь есть скачать мобильное приложение для Android. Это уже кому как удобно. Бета-версия типа того у них. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Я в прошлом видео самые такие основные моменты вам показала, что делать. Отрицательные лайки, ой, комментарии не пишите, конечно. Можете загружать свое видео. Можете загружать, у кого нет YouTube канала, чужие. Только смотрите, пожалуйста, чтобы не было авторских прав, чтобы как бы автор не смог на вас пожаловаться. Если мои видео подойдут, берите мои. Я никогда не запрещаю, запрещать не собираюсь. Я знаю, насколько трудно зарабатывать в интернете. На этом буду заканчивать. Начисления будут через 7 дней. У меня еще неделя не прошла. Вот хочется посмотреть. Тогда я поделюсь своими результатами. Что у меня здесь изменится в кабинете. За просмотры видео, за лайки, за комментарии.
Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.